Начальник, это точно новое? Да почти новое, что ты, максимум 3 раза одевал, все. Окончательно сколько? Окончательно тебе вот за 750 тенге отдам. Плюс бонус еще есть, туалет не будешь мыть. Бура! Рассрочка. Бура! Ау, шеф! Ты что, урод, сделал, Ты что, мне ворованный айфон купил, Нет, что, я в магазине купил. В магазине? Как магазин называется? Гена? Мою жену утром увезли в УВД. Этот телефон проходит по разбойному нападению. Жену начальника Чапаевского района задержали за разбойное нападение. Шеф, я все объяснил. Мне уже все объяснили. Мне уже все следователи раскладали по полочкам. Кто-то Гене пихнул этот айфон. Потом какой-то урод у Гены купил за 80 и мне хотел пихнуть за 250. Я понял, ты что это? Шеф хотел кинуть на бабки, что ли? Я тебя уничтожу, купишь мне новый айфон, понял? Я, шеф, куплю новый телефон и женишке все объясню, не переживайте. Что объяснишь? Что объяснишь? Что муж на 20 лет совместной жизни хотел сэкономить на деньги, что ли? Я понял. Лучше бы я ей там малый подарил. Ее сейчас через полчаса отпустят, все уже этих уродов задержали уже. Шеф, вы не переживайте, пожалуйста. Я куплю новый телефон, все будет хорошо. Я же просто как хотел. Я хотел сэкономить деньги и вам потом их отдать. Мура, химищи. Сэкономить он хотел деньги. Просто как мне теперь жене в глаза смотреть? А она сейчас в УВД? Да, в Тюбинском районе. У следователя в кабинете объяснительную пишет. Шеф, тогда у меня есть хорошая идея. Какая идея? Уволиться? И вообще уехать из Казахстана? Нет, шеф, лучше. Вы же хорошо знаете, да, начальника УВД Коктебинского района? Да, он мой друг. Вот и все, поехали. Куда поехали? Поехали. Там, смотрите,